Всем привет, дорогие зрители! Мой друг продает очень хорошую квартирку 2 плюс 1 по очень хорошей цене в самом центре Махмутлара. 200 метров до моря. Около LC Ваикики, Бургер Кинга, там у нас субботний рынок в шаговой доступности. Просторная 2 плюс 1. Не закрываем ролик, смотрим до конца. Я отсюда также выйду к морю, покажу все расстояние. Итак, вся мебель новая, люстры также, кондиционер фирмы Бека, инверторная. У нас здесь балкон большой. Этаж второй от земли. Вот, огромный балкон. Вы, если его застеклите, будет еще дополнительная комната. Тут три стороны: восток, север и запад. Также из двух спален у нас выход к балкону. Это у нас субботний рынок по субботам. За этой мечетью у нас центр Махмутлара, башня часов. Под этим зданием крытая парковка. Вот отсюда вход. Входим туда. Зона отдыха, беседка здесь. Проект был сдан в 2005 году. Тут прохладно. Оценочная стоимость, дорогие зрители, этой квартиры 80 тысяч евро. Долларов, да. Приблизительно 80 тысяч долларов. По новым законам должно быть 75 тысяч долларов, чтобы получить гражданство через 5 лет проживания в Турции. Или же получить ВНЖ. Сейчас новые правила. Так что правила где-то поменяют. Конкретно никакой информации точной пока на рынке нету. Так как в четырех районах говорят, что Махмуд-Тарр, Кестер, Кыркыд-Джайки, ВНЖ не дают, думаем, что это только по аренде, не по продажам. Так можете ее сдавать в аренду летом 800-900 евро, как минимум. Потому что самый центр, близко море. Два Эмигрес в шаговой доступности. Два санузла у нас тут. Один санузел Алатурка. И мы не поменяли, потому что думали, что пускай новый хозяин сделает или кладовку, или поставит сюда нормальный унитаз. Так вот. Закроем двери. Шкафчик. Хорошая прихожая. Отдельная кухня, дорогие зрители. Холодильник Бека тоже новая. Вытяжку мы еще не установили. Установим после того, как купите. Будет Кумтел, вся бытовая техника. Стиральная машинка у нас Вестел. Мебель Икея, раздвижная. Отдельная кухня. И тут у нас отдельный маленький балкон, чтобы проветривать. Проходим. Глубокий шкаф. Сюда можете установить ту стиральную машинку в эту сторону, а посудомойку купить, поставить себе. Глубокий шкаф. Второй санузел с душевой кабинкой. Вот. И стоит проточный водонагреватель фирмы Баймак. Первая спальня. Раздвижная кровать фирмы IKEA со своими шкафчиками. Вот так она открывается. Матрас и на двоих. Большой встроенный шкаф. Так она открывается.
Также выход на балкон. Тут у нас 10-11 квадратных метров вместе вот с этим углом. Туда просто сделают шкаф. Хозяйская спальня. 14 квадратных метров. 13,5-14. Кровать тоже новая. Та кровать раздвижная тоже фирмы IKEA. В бежевых оценках. Выход к балкону. Тут даже стол есть. Так, выйдем во двор, дорогие зрители. Так, отключим свет. Вышли мы в коридор. Тут лесенки. Айда 30 лир. Будет 50. Тут тоже лесенки. Здесь вот открытая парковка. Отсюда у нас вход. Также открытая парковка снаружи. Здесь есть изюминка. Дорога напрямую выходит к улице Барбаросса. Позади блока. О, покажем фасад здания. Вот, такого желтого цвета. Проект был сдан в 2005 году. И вот здесь напрямую выход на улицу Барбаросса. Значит, это самая дешевая 2 плюс 1 трехкомнатная квартира в Махмутларе, в самом центре Махмутлара. Есть в старых зданиях, но там лифтов нету, то проблема с чем-то. Итак, дорогие зрители, цена этой няшки, конфетки 86 тысяч евро, крайняя цена. Звоните, пишите, плюс 90-555-064-91-10. Сейчас я вам покажу дорожку и все. Попугай. Вот вышел я на Барбаросса. К морю здесь вход вот отсюда. Вот 82, Сали Пазар. 100 метров впереди башня часов, также почта Махмутлара. В этой стороне ЛСВ и Кики, 2М Мигрос, сеть магазинов и тому подобное. Так, пойду-ка я обратно. Всем пока-пока, дорогие зрители.